Приветствую всех на своем канале. С вами Олеся. И вы снова у меня на канале. У нас декабрь. Совсем-совсем скоро у нас Новый год. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хочу предложить вам в подарок вот такие вот варежки. Пожалуйста. Можно подарить связать деткам, подарить варежки, вязаные крючком. Вот такой вот. Такие хорошенькие. Если вам интересно, оставайтесь. Что, мои хорошие, у меня это крючок 3, пряжа, возьмите любую, но так, чтобы расчет примерно был на 100 грамм, 120-150 метров. Можете любую пряжу взять. У меня вот такая была связана, сейчас распускаю. В общем, набираем 40 петель, 40 воздушных петель. Так, я набрала 40 петель. Эти варежки просто вяжутся, потому что они, ну, как бы будут по вашей руке, вы всегда можете примерить. У меня получается вот эти 40 петелечек, да, вот так вот будем смотреть, вот так вот. 40 петелек эти, это моя высота до мизинца. То есть вот, видите, вот она вот так вот будет у меня. 40 петелечек. Дальше мы вяжем один ряд столбиком без накида. Так, первый ряд столбиками без накида мы связали. Дальше мы будем поворотными рядами вязать и захватывать ниточку. Будем, сейчас я быстренько покажу. Тут все просто, тут прям досконально по петельно, в принципе, не нужно. Поворачиваем, сделали воздушную петлю, поворачиваем. Вот у нас косичка, и вот за заднюю полупетлю мы будем вязать столбики наши. Вот за заднюю, вот она. Полупетля задняя, и за нее будем вязать. Значит, дальше что? Так, сейчас я свяжу. Смотрите, это у нас получается наш край варежки, да? Вот тут будут пальчики, вот. И со стороны пальчиков мы будем делать прибавление, будем добавлять столбики. Здесь мы ничего не добавляем. Значит, мы сейчас довязываем. Ориентироваться очень просто. Вот где хвостик, там у вас и запястье. Вот здесь вот будем прибавлять. Сейчас довяжем до конца ряда, я покажу прибавление. Так, вот до конца ряда довязали. Вот мне осталось 2 столбика. Значит, вот в последний столбик я провязываю один столбик и туда же второй столбик. Вот. Следующий ряд мы делаем воздушную петлю, поворачиваем и точно так же делаем еще одну прибавку за заднюю стенку полупетли. Правильно сказала? Так, еще раз сюда же. И продолжаю до конца ряда вязать. То есть я сделала во втором и третьем ряду прибавку в конце ряда и в начале ряда. Дальше без изменения довязываю до запястья и опять возвращаюсь к пальчикам. Так, раз, два, это будет третий ряд. Так, третий ряд мы довязываем и будем делать в конце ряда прибавку на один столбик, вот в последнюю петельку. Один столбик и второй столбик. В конце ряда, получается, сделали прибавку, воздушную петельку, повернули и еще одну прибавку сделали. Так, один столбик и второй столбик за заднюю полупетлю. Так, вяжем до конца. Это получается третий, четвертый. Встретимся в пятом ряду. Вот тут в пальчиках. Довязываем пятый ряд. И в пятом ряду мы делаем тоже добавку 1 столбик. Вот в последнюю петельку добавляем 1 столбик. Так, сейчас. 1 столбик. Ну, сперва провязали, добавили 1 столбик. Дальше поворотным рядом мы вяжем. Пятый ряд провязали, добавку сделали здесь, добавили один столбик. Шестой ряд мы вяжем вот здесь
без изменения. Мы здесь ничего не добавляем. Воздушную петлю сделали. Здесь ничего не добавляем. Будем добавлять только в конце шестого ряда. То есть вот довяжите до запястья. И здесь сделайте прибавку. Так, встретимся после прибавки. Так, вот тут у нас пальчики, тут у нас запястье. Это у нас шестой ряд. Так, довязываем. И в последнюю петельку провязываем 2 столбика. Так, дальше поворачиваем, без изменения вяжем до пальчиков и там делаем прибавку в седьмом ряду. Так, довязываем седьмой ряд. Вот тут пальчики у нас. Навязываем 1 столбик и сюда 1 прибавление 2 столбика. Дальше восьмой ряд без изменения до запястья. У запястья сделаем прибавку. Так. Давайте смерим. Давайте померим. Так. Вот так. Видите? Вот у меня вот так получается. Вяжем восьмой ряд и со стороны запястья делаем прибавку в конце ряда. Так, восьмой ряд довязываем. Делаем прибавление со стороны запястья. Так, сделали воздушную петлю. Дальше можете восьмой и девятый ряд связать другим цветом. Если хотите. Так, сейчас 9 и 10 ряд мы будем вязать без изменения, без прибавлений. Просто вяжем, вот сколько есть, только вяжем. Два ряда, 9 и 10. Все вот так. 9 и 10 ряд мы провязали без изменений. Дальше мы вяжем 11 ряд. С 11 ряда мы будем делать убавки. Значит, начинаем вязать 11 ряд. И в конце ряда, то есть вот здесь в пальчиках, мы будем уменьшать на 1 столбик. Значит, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 ряды будем убирать по одному столбику вот здесь вот на пальчиках. Пока вяжем только 11 ряд. Довязываем 11 ряд. Так, и у меня остается 2 петельки. Сейчас будем сокращать, значит... Подхватываем предпоследнюю петельку и в последнюю 3 петелечки сократили. Все. Делаем воздушную петельку. Дальше делаем то же самое. В 12 ряду подхватили еще одну. Все. И вяжем 12 ряд до конца, до запястья без изменения. 13 ряд в пальчиках будем делать то же самое убавление. 13 ряд точно так же мы провязываем убавку. Подхватили предыдущую петлю, последнюю и провязали. Это 13 ряд, сделали воздушную петлю, повернули. То же самое делаем в 14 ряду. Так. Сделали убавку. Так, это у нас 14 ряд. 15, 16 делаем то же самое. Уже 17 там поинтереснее будет. Так, провязали 15, 16 ряд. Дальше 17 ряд очень интересный будет у нас. Так, вяжем 15 петелек. Вы уже посмотрите, приложив вот так вот ручку, соответственно, вот так прикладываете ручку и смотрите, на какой высоте вам нужно будет довязать до того момента, где у вас пальчик. То есть у меня вот здесь это 15 столбиков. Я провязываю 15 столбиков, вы смотрите по своим, сколько у вас столбиков. Так, вот 15 столбиков я провязала. Дальше мы вяжем. Я вяжу 10 петельчик, вы себе считаете, сколько вам нужно, опять-таки на пальчик, опять приложили вот так вот.
приложили, смотрим, сколько нам нужно. Ну, вот примерно, да, 10 петелек, 10, 7 петелек, может быть, 8, все зависит еще от пряжи, от крючка. 10 петелек воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше отсчитываем 10 столбиков. 10 столбиков отсчитываем и присоединяем. Так, я вставила крючок, куда мне нужно будет присоединить. Значит, точно так же за заднюю стенку мы присоединяем и провязываем, вяжем до наших пальчиков, но здесь мы будем делать уже прибавку. Здесь мы будем делать прибавочку. Сейчас в 17 ряду начинаем прибавки делать. Прибавку, как всегда, делаем в последнем столбике. Провязываем один столбик и второй столбик. Так, дальше у нас везде будут прибавки идти. То есть, соответственно, 18 ряд мы вяжем один столбик и второй столбик. Это прибавочки наши. Так, здесь провязываем. Вот эти 10 петелечек провязываем столбиком без накида. Так, 18 ряд мы провязываем с прибавкой. Так, вот так вот у нас получается. Вот. Видите? Вот так вот. Так, дальше. Значит, это был 18 ряд. Значит, 19, 20, 21, 22, 4 ряда мы будем с вами вязать с прибавками. Вот здесь в начале и в конце ряда. Провязываем 4 ряда. Так, мы провязали 4 ряда, теперь 2 ряда, 23 и 24 мы вяжем без изменений. Значит, сколько есть петель, столько вяжем. 2 ряда. Провязали еще 2 ряда, дальше еще 4 ряда мы будем делать. Здесь делали прибавки, здесь будем делать сейчас убавки. Так, следующий у нас идет 25 ряд. 25 ряд мы сейчас доходим до пальчиков, здесь делаем убавление. Дальше 26 доходим до запястья, здесь делаем убавление по одному столбику. 27 пальчики и 28 запястье. Вот так будем делать убавление. Делаем 4 ряда. 25 ряд у нас убавка. Опять вытаскиваем одну петельку из задней полупетли и еще одну, и провязываем все вместе, поворачиваем, вяжем до запястья, здесь тоже делаем убавку. Провязали и эти 4 ряда, нам осталось еще 4 ряда провязать. 29, 30, 31, 32 мы будем вязать и будем убавлять только на пальчиках. То есть дошли сюда, убавили, перевернули, тут же убавили, провязали, дошли сюда, убавили, и тут же сразу повернули и сразу же убавили. Все, осталось 4 рядочка нам, и там дальше будет уже очень-очень интересно. Останется только связать пальчик. Ну вот, мы связали последние 4 ряда, 32 ряда у нас получилось, и плюс еще один наборный ряд. Что дальше делаем? Складываем пополам и соединительными петлями все соединяем здесь. Сшиваем соединительными петлями. Так, соединительными петлями. Так, подходим с той стороны и с этой стороны. Здесь и здесь. Так, все. Здесь все сделали, петелечки потом все спрячем, выворачиваем, выворачиваем, выворачиваем и смотрим. Вот такая варежка. Осталось нам только связать пальчик. Пальчик сейчас свяжем, останется только украсить, спрятать все ниточки. И подарок на Новый год готов. Давайте приступим к вывязыванию пальчика. Берем ниточку, берем крючок, вот наше отверстие, набираем аккуратненько. Вот я с соединительных начинаю, там, где я соединяла.
И потихоньку набираем 21 петельку. Так, сейчас подождите, про воздушную петельку. И пошли 21 столбик вывязывать. Так, вывязываем 21 столбик вот так по кругу. Не забудьте, что здесь мы тоже сейчас один ряд будем вязать за заднюю полупетлю. Вывязываем наши 21 столбик. Считайте. 1, 2, 3, 4. И так по кругу. Набрали 21 петлю. 21 столбик. Теперь вяжем. Так, теперь мы будем провязывать. Значит, 21 столбик набрали. У нас будет 10 рядов. В первых трех рядах будут убавки с противоположной стороны от пальчиков. Так, ну, пока вяжем 3 ряда с убавками. Итак, я связала вот 3 убавки. 1, 2, 3. Дальше я буду вязать до середины пальчика. Вот сюда вот. Это, наверное, ряда 3 будет. Так, довязала до середины пальчика. Дальше я буду вязать за переднюю. Вот мы сейчас, я вязала за заднюю полупетлю. Теперь буду вязать за переднюю. И буду контролировать, сколько мне нужно будет убавить петелечек. Довязываем до самого конца. Вот что у меня получилось. Сейчас мы отрезаем ниточку. Берем иголочку для трикотажных изделий. Можно закрыть как кому удобно. Просто я тут закрываю вот так. Значит, показываю. Вот у нас... Что такое-то? Так, петельки, да? Вот у нас петельки. И я меж вот этих петелек вот так вот. Так. Через одну вот так вот. Ой, не видно, да, было? Так. Через одну. И здесь вот у меня одна. Ой, вот у меня одна. А я вот через вот эту вот закрывать буду. И затянуть. Затянуть как следует. У меня оборвалась ниточка, потому что я ее уже сколько раз тянула. Вот этот хвостик нам надо будет аккуратненько здесь спрятать. Сильно не тяните, чтобы не оторвать, как я. Мы сейчас этот хвостик спрячем здесь. Вообще, по-хорошему, конечно, его лучше спрятать снизу, с изнаночной стороны. Так, вот мы сейчас сделаем пока. Так, сильно не тяните. Сильно не тяните. Ну вот, наши варежки готовы. Варежки почти готовы, нам осталось только присоединить ниточку и вот здесь связать столбик без накида один ряд, вот, чтобы немножко выпрать. Вот здесь мне уже связано, сейчас я здесь также свяжу. Вот наши варежки готовы. Вот такие варежки у нас получились. Чем не подарок на Новый год? Вот такие варежки у нас. Хорошенький. Можете здесь по желанию чем-нибудь украсить. Или я говорила в начале видео, связать здесь два ряда контрастной ниткой, какой вам нравится. Вот такие вот варежки. Быстро, просто и удобно. Спасибо, что посмотрели мое видео. Очень рада была с вами общаться весь этот год. Спасибо, что вы меня поддерживали, писали комментарии. Увидимся с наступающим вас Новым годом, увидимся в следующем году. Всем пока-пока.